В Польше продолжается обсуждение российско-белорусских военных учений «Запад-2021». Очередной материал опубликовал польский обозреватель Лукаш Михалик. Автор информирует своих читателей о том, что случилось то, чего многие боялись. Российский спецназ, российские десантники высаживаются у польских границ. В частности, в издании «Виртуально Польска» он пишет, «Зеленые человечки высаживаются под Брестом». Разведывательные подразделения ВДВ десантируются у границы с Польшей. Их поддерживает белорусский спецназ, а также десантники из Казахстана. Все это происходит в нескольких километрах от польского Тирасполя. Польский автор указывает на то, что была осуществлена ночная высадка десанта. При этом отмечается, что бойцы ВДВ РФ применяли парашютные системы, которые при умелом управлении позволяют высаживаться на относительно большом горизонтальном удалении от точки выхода из военно-транспортного самолета. Лукаш Михалик отмечает, что российские десантники использовали приборы ночного видения во время высадки, а затем провели операцию по действиям в тылу условного противника. Как пишут в польской прессе, не приходится сомневаться, кого российская армия на этих учениях рассматривает в качестве противника. Ранее в Польше заявляли, что рассматривают Россию в качестве угрозы своей безопасности, добавляя, что теперь армия России находится не только к северу от польских границ, под Калининградом, но и к востоку от них, в Беларуси. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.